Есть дети? Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Как я рада вас видеть! А то гуляла одна по замку. Так скучно, знаете, гулять одной. Ой, ребята, скажите, а вы любите сказки? Да! Да. А мультики? Да! А что больше, сказки или мультики? Да! Сказки? Ну, я рада. Сейчас мы вам расскажем одну удивительную волшебную сказку. Согласны? Начнем. Было на свете одно счастливое, счастливое королевство. А счастливо оно было потому, что в нем было много детей, праздников и подарков. У вас много праздников, ребята? Ну вот, наше королевство тоже было таким счастливым. И в этом королевстве был один добрый и мудрый король. Кстати, ой, вот же он. Здравствуйте, Ваше Величество. Я слышала, что вы очень любите детей. Скажите, а свои дети у вас есть? Да, конечно. У меня есть одна единственная, но самая любимая дочка. А вон, кстати, она идет. Ой, какая красивая. Это же принцесса, да? Да, настоящая нива. Красивая. В общем, принцесса. Настоящая принцесса. Привет, Ниночка. Привет, принцесса. Ребята, а вы знаете, что все, чего не пожелает король, у него появляется? И какой секрет успеха у него, знаете? Просит он не для себя, а для своих подданных, которых он очень любит. И поэтому наше королевство живет очень счастливо. И всегда у нас праздник и веселье. Ваше Величество, я много слышал о вас и вашем королевстве. Отрадно слышать, что об нас знают и других землях. Да, Ваше Величество, всем известно о ваших богатствах, об урожайных землях и шикарных праздниках. Говорят, что легче пересчитать волосы на голове, чем удивить вас какой-либо вещью. Но я могу сказать, чего нет. И вещь слава ваша неполная, и сила ваша неявная. Да как ты смеешь? Папа. Да я шучу. Но что ты говорил? Я говорил о величайшей драгоценности величайшего короля. О том, за что многие короли отдали бы все свои королевства. Я говорила о короне короля гнома. О короне? Да, Ваше Величество, о короне. Но у меня уже есть корона. Мне не надо другой. Ваше Величество, но то прекраснейшая корона. Вы бы видели, как в ней сверкают драгоценные камни. И она переливается всеми цветами радуги. Да так, что каждый, увидевший ее, радуется. Но главное в короне не это, а то, о чем гномы не рассказывают никому. Корона может открывать двери в любые миры, куда только пожелаешь. Ваше Величество, только пожелайте, и корона будет вашей. И будет у вас еще больше славы, и власти, и богатства. Нет, отец, он говорит зло, нельзя желать чужого. У вас же есть кому? Помолчи, принцесса. Мгновенный перевоз товаров, денег, оружие. Соседи будут уважать вас и бояться.
злым, гордым и недоверчивым. Его стал раздражать детский смех. Я запрещаю отныне все праздники и веселья в своем королевстве. Я увеличиваю налоги. Пусть все больше работают, бездельники. Пусть приносят деньги в казну. Это я самый великий в этом государстве. И это моя корона. Ваше Величество, вы не только самый великий, но и самый мудрый. Поэтому подумайте вот о чем. Зачем вам в королевстве дети? Они только умеют, что шуметь. Но вас так болит голова. Не слушайте. Они бегают, прыгают, шумят, кричат. От них вообще никакой пользы. Ваше Величество, пожелайте, чтобы дети стали драгоценными камнями. Как я хорошо придумала. Хорошо придумала, правда? Драгоценными камнями. Драгоценными камнями и красота, и богатство. Одна польза. Желаю, чтобы все дети моего королевства превратились в драгоценные камни. Что же ты наделал, отец? Ребята, что же такое? Такая чекая, просто мимо отца.
понятно? Тебе? Теперь тихо, чтобы никто из них ничего не увидел. Ой.
прекрасному принцу не подобает ходить по замку без дела. В это время у нас урок математики. Мам! Оставьте эти придирки. И вообще я устал. Целый час лежал на диване, потом ходил по этому длинному коридору. Потом съел ужасный торт. Прекрасному принцу не подобает есть торт. Это портит фигуру, цвет лица. А какой выброс глюкозы в кровь? Риск заболеть диабетом. Прекрасному принцу полагается есть сельдерей. Сынок, подожди-ка. Мама сейчас сама во всем разберется. Кто ты, милая, и как ты вообще сюда попала? Ваше Величество, я принцесса. Принцесса? Как же это замечательно! Принцесса, а у тебя большой замок? А у тебя там много этажей? А сколько комнат? А сколько вокруг земель? Ой, а король, он вдовец? Он ведь хорош с тобой. Ваше Величество, мы сюда не за этим пришли. Понимаете, наш добрый и мудрый король стал злым, а все королевство мрачно. Чтобы не слышать детский смех, он пожелал, чтобы все дети нашего королевства превратились в драгоценные камни. Понимаете, нам нужно спасти короля, корону и детей. Драгоценные камни! При чем тут драгоценные камни? Сколько было детей в вашем королевстве? Ваше Величество, нам нужен помощь прекрасный принц. Мой мальчик, только нет, он еще такой молодой, сынок. Мама, тебе нельзя, сынок, тебе нужно остаться. Спишу на диване, я за всем смогу справиться. Мама, дай мне сказать. Я все сумею, я совсем справлюсь. Вот, например, вы, мама, любите прятать от меня сладости, а я, несмотря ни на что, научусь их находить. Сынок, ты великолепен! Молодец! Да? Молодец! Брат! Молодец! Они мне конфеты. Так ты находишь конфеты? Браво, сынок! Молодец! Молодец! Браво! Вот это способности, но у нас так каждый ребенок сможет. Правда, ребята? Да! Под стульями конфеты. Я тоже не знаю.
приключения. Я хочу приключаться. А мы хотим. Никаких приключений я не позволяю. Девочка моя. Так, сынок, подожди, мама сейчас объявится. Мама все разберется. Девочка моя, твоему отцу, ему королевству, его казне, чтобы спасти, нужна только такая женщина, как я. Потому что только я могу спасти твоего отца, его казну и королевство. Потому что даже ты... Сердца, но испытать их смекалку мы можем.
еще давайте. Кто говорит на всех языках? Вряд ли, какие? Кто говорит нет. На всех языках, ребята? Кто говорит на всех языках? Бестолковые,
бесполезные и, самое главное, бессмысленные. Даже тараканы и крысы и то болезнее вас. Тараканы... Покажу камушек. Я пойду за ними и всех их перессорю. Вот увидите. Найди мне конфету! Я пострадавший! Да это ты пострадавший! Это из-за тебя мы здесь оказались! Точно! Зачем взял чужое? Сейчас были бы уже в замке! Да, детей спасали, не здесь торчали! Брат, что они накинули все на одного? Ручи их! Надо что-то придумать, да, дети? Что придумать? Что такое вам? Я знаю, подождите. Моя идея лучше. Нужно, чтобы слон чихнул. Где мы слона возьмем? Ну, без воображения, принцесса. Как все принцессы? Ребята, сделаем слона? Да. Сделаем. Итак, смотрите, разделимся с вами на три части. Вот это у нас будет, давайте, первая часть. Вот здесь она, хорошо? Приговорились, первая часть. Вот это будет вторая часть. И вот эта часть будет третья. Угу. Итак, первая часть вместе с принцессой кричит «Ящики!». Угу. Репетируем. 3, 4. Ящики! Ага, прямо так. Ящики! Ящики! Вторая часть кричит «Хрящики!». Хрящики! 3, 4. Хрящики! И третья часть кричит «Потащили!». 3, 4. Потащили! Очень тихо. Третья часть еще раз. 3, 4. Не, ну, не поможет, понимаете? 3, 4. Потащили! Отлично. И сейчас на счет 3, 4. Все вместе. Все вместе одновременно скажем свое слово. Договорились? Готовы? 3, 4. Потащили! Что это было? Как будто слон чихнул. Ага, слон чихнул. Ну все, делаем привал. А ты? Пойдешь за яблоко, я сейчас принесу корзину. Блин, сделай то. Блин, сделай это. Я что им тут? Я яблоки только в замке на тарелке видел. Чего они тут не вообще видят? Брат! Иди, ищи яблоки. Иди, ищи яблоки. А я потом... Ребята, морпес приз, все вручил, правда. Давайте поможем ему найти яблоко. Ну-ка поищите.
Я так устала отдыхать. Я нашла тех, кто нам поможет. Знаете, кто это? Кто? Дельфины! Ну уж нет! Гномы не плавают на дельфинах. Мы будем рубить лес и строить корабль. Но это же долго. Хорошо. Мы будем рубить лес и строить флот. А куда мы торопимся? Как куда? С каждым днем сердце короля становится все злее и злее. И у нас все меньше шансов спасти его. Да! Слушайте, вот у нас ничего не готово. Я лично за корабль. Спокойно построим, продумаем план действия. Пожалуйста. Ну, пожалуйста! Ну, ладно. Ну, к морю пошли. Да, все хорошо. И пусть к синеве. Игры вы знаете? Мы! Какие побежные игры? Ага, отлично! Опять же, эти игры!
поймал корону! Какой ты молодец! Ну что ты сделал? Скорее, пишите корону и в путь! Проиграете в этой борьбе? Нет! Нет! Нет!
Платеньки, в темницу. Нет, не делай этого, очисти свое сердце от зла. Мы
тебя открой. Он пришел, чтоб подарить тебе свободу, удалить грехи из сердца твоего. Обратись, мой друг, скорей в молитве